Всем привет! Сегодня на канале Илон Мади Квинт Мади обзор телескопов, погрузчиков JCB с телескопическими стрелами. Мы с вами посмотрим поближе на популярную серию 540 со стрелами 14, 17 и 20 метров. Меня зовут Артем, поехали! Телескопический погрузчик – универсальная машина, которая может выполнять функции крана, фронтального и вилочного погрузчика, подметальной машины и подъемной платформы при наличии соответствующей навески. Сочетание переднего и вертикального вылета, возможности передвижения по пересеченной местности и универсальности применения на строительных площадках делают телескопы одними из самых популярных видов строительных машин в мире. Телескопы JCB LOA Dual – это невероятно универсальные и надежные машины с грузоподъемностью до 6 тонн, высотой подъема до 20 метров и широким выбором навесного оборудования. Строительные телескопические погрузчики JCB оснащаются надежными и проверенными двигателями Diesel Max собственного производства. На модели 540-140 установлен Diesel Max мощностью 63 кВт, на модели 170 и 200 установлен Diesel Max мощностью 74 кВт, рабочим объемом 4,4 литра и турбонаддувом. Все машины оснащены системой LifeLink, позволяющей получать в реальном времени любые данные по машине, от ошибок и предупреждений до истории машины. В стандартной комплектации погрузчики поставляются с полным приводом на все 4 колеса, что помогает при движении на мягком грунте и по пересеченной местности. В строительных телескопических погрузчиках предусмотрено 3 режима рулевого управления. Управление на 2 колеса для движения по дороге. Управление на 4 колеса для работы в ограниченном пространстве. И крабовый ход для маневрирования в сложных условиях. Переключение режимов осуществляется в кабине с помощью селекторного переключателя. На машинах устанавливается 4-ступенчатая коробка передач с переключением под нагрузкой. Трансмиссия JCB PowerShift идеально соответствует двигателям, что позволяет получить максимальную производительность. Скорость движения всех представленных машин до 33 км в час. Рабочие тормоза многодисковые в масляной ванне на переднем и заднем мостах. Стояночный тормоз ручной, дисковый, расположен на выходе из коробки передач. Высота машины 540-140 – 2,6 метра, ширина по шинам – 2,4 метра, общая длина до каретки 6,3 метра.
JCB 540-140 поднимает груз на высоту до 13,8 метров. При этом грузоподъемность на полной высоте составляет 4 тонны. При полном вылете в 9,25 метров грузоподъемность составляет 1250 кг. JCB 540-170 поднимает груз на высоту в 16,7 метров. Грузоподъемность на полной высоте 2,5 тонны. На полном вылете в 12,5 метров 600 кг. JCB 540-200 обладает самой большой высотой подъема в 20 метров. Грузоподъемность на полной высоте 1,5 тонны. При полном вылете в 15,5 метров грузоподъемность 200 кг. Высокая грузоподъемность при значительном вылете вперед обеспечивает доступ к любому участку типового строительного объекта для всех этих машин. Модель 540-170 также активно обеспечивает безопасность, спасая от ошибок оператора. Последнюю секцию стрелы нельзя выдвинуть, если не опущены стабилизаторы. Стабилизаторы нельзя поднять, пока стрела полностью не убрана. Также стабилизаторы не управляются при подъеме стрелы выше 45 градусов. А стрелу нельзя поднять выше 57 градусов, если стабилизаторы не опущены. 20-метровая высота подъема модели 540-200 позволяет заменить в ряде случаев краны и роторные телескопические погрузчики. Модель JCB 540-200 способна сэкономить вам время и средства на аренду дополнительного оборудования. Погрузчик оснащен 5-секционной стрелой. Конструкция объединяет гидроцилиндр и цепи, обеспечивая пропорциональное выдвижение и втягивание всех секций одним движением. Телескопический погрузчик защищен от опрокидывания благодаря датчикам углового положения на стреле. Регулировка шасси отключается при подъеме стрелы более чем на 10 градусов, а стабилизаторы блокируются при подъеме стрелы выше 45 градусов. JCB 540-140 не оснащена подобными датчиками и блокировками, что делает ее более интересной для некоторых видов работ, например, с грунтом. Гидроцилиндр, цепи и шланги размещены в стреле, что обеспечивает их защиту и улучшает обзорность. Цепь стрелы в погрузчике 540-200 легко регулируется. Регулировку можно выполнить из одного места в передней части погрузчика, при этом не требуется снимать никаких дополнительных панелей или использовать специальные инструменты. Для лучшей прочности и долговечности применяются большие перехлесты секций стрелы до 1,4 метров. Гидроцилиндр подъема стрелы усилен литыми элементами с каналами для проведения шлангов. Подъем стрелы происходит за 17 секунд, опускание за 16, полное выдвижение за 28 секунд. Стабилизаторы служат для выравнивания машины и увеличения грузоподъемности. Верхний капот двигателя – это цельная неокрашенная крышка из композитных материалов. Отсек надежно защищен от травы и мусора. Также обеспечивается отличный доступ для обслуживания двигателя. Вентилятор реверсивный, позволяет удалить пыль и грязь с радиатора. Централизованное расположение фильтров масла двигателя, гидравлического масла и топливных фильтров очень удобно для обслуживания. Интервалы техобслуживания: масло двигателя и масляный фильтр каждые 500 часов, гидравлическое масло каждые 2000 часов, фильтр гидравлического масла каждые 1000 часов. Машина оснащена комплектом осветительных приборов для движения по дорогам общего пользования. Гидравлический бак на 150 литров интегрирован прямо внутрь шасси и надежно защищен от любых воздействий. Удобно расположен индикатор уровня жидкости, как и заправочная горловина для гидравлической жидкости. Заправка выполняется прямо с уровня земли. В заправочной горловине установлен фильтр предварительной очистки топлива. Топливный бак из композитных материалов вмещает 146 литров топлива. Погрузчики JCB Loadol предлагают лучший в своем классе комфорт. Самая большая кабина, самый низкий уровень шума среди одноклассников, отличная вентиляция с множеством диффузоров не даст запотеть стеклам. А регулируемое сиденье с подвеской и телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона дадут настроить органы управления для любого машиниста. Также опционально доступна система кондиционирования. Все это позволит оператору выдавать отличные результаты каждый день. Для защиты от падающих предметов на крыше спереди и сверху установлены экраны. Сама кабина соответствует требованиям защиты ROPS-FOPS. Есть возможность открыть и зафиксировать верхнюю часть двери. Также есть открывающееся заднее окно.
Зеркала бокового и заднего вида обеспечивают круговую обзорность и соответствуют всем требованиям безопасности. Удобство управления обеспечивает простые в использовании двойные рычаги управления и отдельный рычаг управления дополнительной гидролинией. Также можно заказать машину с многофункциональным серво-джойстиком, который, например, установлен на нашей машине 540P170. Джойстик не только помогает в точном и быстром управлении, но и в данном случае он необходим для работы грузовой платформы. Обзорность в машинах такого типа чрезвычайно важна, и с этим здесь все прекрасно. Стрела на погрузчиках установлена низко на шасси для обеспечения не только высокой жесткости конструкции, но и максимальной обзорности во всех положениях. Большое стеклянное окно на крыше, низкопрофильный капот и закругленные края крыши – все это позволяет видеть оператору происходящее вокруг во всех подробностях. Наличие в стандартной комплектации JCB LoaDol гидравлической разводки позволяет подключить различные навесное оборудование, что значительно расширяет функционал машины. Возможности машины могут быть расширены навесным оборудованием, грузовыми платформами, отвалами для снега, щетками, бурами, а также крюковыми обоймами и другим различным оборудованием. В данном случае щетка и бур у нас лежат от экскаватора-погрузчика 3CX. Размеры полностью совпадают с навесным для телескопических погрузчиков. Ковши помогут эффективно работать с любым грузом, включая песок, грунт и строительные отходы. Существуют ковши различных размеров для любой области применения. Вилы с боковым смещением позволяют быстро и легко перемещать любые типы грузов. Телескопическая стрела позволяет выгружать и загружать грузовики и фуры на всю длину стрелы. Три типа сертифицированных рабочих платформ с радиоуправлением имеют все официальные разрешения и сертификаты в Российской Федерации для работы с персоналом на высоте. Заказываются только вместе с машиной завода. Подвеска с крюком обеспечивает безопасное перемещение висячих грузов.
Универсальные машины способны обеспечить все потребности типовой строительной площадки. Для них не составит труда подать поддон с кирпичом на высоту до 20 метров через препятствие или очистить площадку щеткой. Роль телескопа в строительстве трудно переоценить. Его внедрение в технологическую цепочку проведения работ настолько велико, что ни одна строительная площадка на Западе уже не может обходиться без участия телескопического погрузчика. Обращайтесь в Lonmadie, мы поможем вам выбрать машину именно под ваши нужды, а также обеспечим первоклассную техническую поддержку и круглосуточную помощь. Заявку на консультацию и приобретение можно оставить на сайте lonmadie.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Технические детали машин под видео. До новых обзоров! Если подобные машины работают у вас на интересном объекте, пишите в комментариях, приедем со съемкой. А, все понял.